Да. Что скажешь, Наташа? Посмотрите, девочки и мальчики, друзья наши. Так. Посмотрите, что у меня в руках. Когда я увидела, я чуть не расплакалась. Это мне напомнило детство. Мой папа снимал именно вот такой камерой фильмы, когда мне был один год. У меня, кстати, на видео есть, ой, на моем канале есть видео, где мне был один год. И меня все спрашивали, чем же папа вас снимал? Да. Вот. Когда мне Миша показал вот эту камеру, я говорю, боже, это тот же звук, который я слышала в детстве. Так. И та же самая фиговина, которую я видела. Я попрошу тебя, Наташ, покажи, может быть, нашим зрителям вот тут документацию. Нам подарили прямо коробку. Боже, очень красивую. Какая прелесть. Вы посмотрите. Со всеми объективами, там, со всеми делами. Кварц 2.8S 1M. Вот эта камера. И прошу, прошу. Так, спасибо, у нас вот блогеры кофейничают. Вот. И я хочу сказать, Наташенька, значит, спасибо. Помимо камеры, я хочу сказать, что наша верная зрительница и энтузиастка Лидия Завьялова из штата Орегон прислала нам политкорректную версию майки QA наш. Постой, постой, не, я же так ну, не могу. Нет, ну что? Ну давай так, стой на месте, я тебе скажу, когда крутится. Вот, QA is ours. Она это перевела на английский, и так получилась вот такая маечка. Значит, теперь, Наташенька, повернись, пожалуйста, спиной. И, может быть, волосы немного убери, потому что они... Вот, отлично. А тут написано Портнов Computer School. Мы все в подарках. Пришел человек, поклонник, он камеру эту, поворачивайся, камеру принес и убежал, оставил на входе. Лидия Завьялова, вам да. цены нет. Нет цены. Первая футболка «Союз Печать No». Да. Вот это. Я знаю Лидию Завьялову лично, мы с ней тоже по скайпу разговариваем. Да. Поэтому, Лидочка, люблю вас. Вот спасибо так. вам за это. Да, я хочу сказать, что из подарков у нас еще кое-что есть, я сейчас покажу. У нас была энтузиастка тоже нашего канала, Алена Исакова. Мы делали про нее когда-то сюжет с ее подарками. Но она прислала вот как бы на бумажечках. А мы, время шло, и мы так потихонечку вот это все перевели в рамочку со стеклом. Миша, может быть, вот так мне сделать? Вот так. А ты подойди, посмотри так. Ну, видишь? Хорошо, ну очень хорошо. Хорошо все видно. Да, давай мы возьмем еще две. У нас их три. Да. Давай посмотрим. Еще одна картина у нас была с лесом. Из города Харьков прислал человек на холсте. И мы ее тоже в рамочку поставили. Она у меня дома, я отдельно сниму. Вот. Значит, эта тема... Очень красивые фотографии, очень изящные. Да, такие. Это по мотивам песней. Не знаю, мне напоминает чем-то такой японский стиль. Это с элементами иудаики. Да. Если ты знаешь, что я имею в виду. Я, наверное, что-то... Так, давай. А вот это вообще... Фейерверк, как говорит Миша да, Портнов. Да, фейерверк. Можно сказать, что, конечно, тоже японское, но это... Тоже это как и тема иудейская здесь присутствует. Это песни, царь Давид и все остальные. Наташенька, тебе очень идет вот так. Ну, как-то мне в своей кофточке немножко лучше. Но мне очень приятно одеть вашу кофту, где написано QA Hours. Да, что читает, друзья, попивая чашечку кофе, известная всему подлунному миру блогерша, что читает она такое пожелтевшее и явно, да. Не ну, догадаетесь, нет. никогда не догадаетесь. Нет, ну я-то знаю, а остальные... А я не вам и говорю. Да, остальные не догадаются. Ну, поворачивай. Значит, эта газета «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года, День Победы. Это, конечно, не оригинал, но это видно как бы. Ну, здорово все. Ну, здорово нам. Человек руками вот занес в школу и говорит, вот вам в связи с Днем Победы, значит, вот открыточка. Такой, открыточка. А так еще есть открыточка нам прислали. Вот это наша студентка прислала. Написано «Привет из Москвы от вашей вечной студентки». Да, у нас есть студентка, которой пришлось... Имя нельзя говорить. Нельзя говорить. Она поехала в Москву там по делам еще. У меня в офисе стоит вот на окошечке среди грин-карт невостребованных. У меня тут много грин-карт. Которые что-то никто не забирает, вот тут 3, там 4, social security номера. И вот среди них, давай открыточку. Вот среди них у меня стоит вот открыточка, вот прямо тут. Прямо тут. А газета, давай сюда. Секундочку. А, что, читать будешь? Вот, а газета у нас, да, зачиталась. Газета стоит вот здесь. Так что мы все в подарках, в сувенирах.
живого места на нас нет. И вот еще одна есть. Давай, давай тебе давай. Как раз к кофейку будет. А это синенькая юбочка привезла, ленточка в косе. Любочка. Любочка. Не юбочка, а Любочка. Ну, песня-то так, синенькая, подожди, юбочка, поверни, ленточка в косе. Поверни. И замри. Подожди. И замри. Я хочу показать, где интересно. Тихо, будет. Замри. Это вот там леденечки внутри, но это такая как бы украинско-английская такая вот баночка, да. Ну вот я не знаю, где взяла ее Люба, но во всяком случае вот у нас она в офисе есть и леденечки есть, если кто-то придет, хочет украинского леденечка, у нас есть. А у нас еще один есть подарок, который пришел сегодня в ваш офис, это то, что на вас. Так. То, что на мне? Да. А это разве подарок? Это я сам себе купил. Все равно сам себе подарил. А, ну хорошо, тогда ты сними меня. Я посоветовала Мише купить жилетку. И вот мы с ним вместе выбирали онлайн. Вы посмотрите, как хорошо смотрится наш Михаил Портнов. Да, я решил разнообразить набор жилеток, которые у меня есть. И мне Наташа говорит, давай кожаную. И я купил кожаную. Там было потрясающе. Ситуация была потрясающая. Там было где-то так рублей. Она долларов 80 стоила. Но почему-то был какой-то страшный сейл. Я купил ее за 20 или там за 22. Вот нет, Наташа пальцем говорит, покрутись, я покрутился. Ну так хорошо, так красиво. Правда, тебе нравится? Ну, ребята, я как бы мне что существенно, что у меня есть карманы. Вот у меня тут карман, и тут карман 2. Это для селфона хорошо, так? Вот. И есть 2 кармана вот здесь. Это хорошо для маленькой камеры GoPro. И вот и я в порядке. Ой, да какой хорошенький-то ты у нас сегодня. Правда? Да. Ну, может быть, ты льстишь? Может быть. Да. Ну, это не важно. В общем, друзья, мы все в подарках. И что сказать? Я не хочу сказать, присылайте еще. Я не говорю, на слава богу, там прибывает. Но если действительно не знаешь, кому чего подарить, вот включая камеру, вот такую. Боже, камера это что-то. Камера. Это просто взрыв мозгов. Это не то слово. Понимаете, она же заводится. Вот это же не просто так. Вот камера. Папа мой вот именно так и делает. Она вот так заводится. Она вот механическая, как бритва какая-нибудь. Понимаешь? Она вот так вот заводится. И после этого можно снимать. Вот тут прицел есть. Можно снимать. И такое ощущение, что она абсолютно функциональна. Вообще хочу всем сказать, если кто-то... Ты посмотри, что творится. Да, это все. То есть сюда можно поставить кассету. Угу. С пленочкой, да. И она, по идее, и тут, слушай, тут прямо вот так она прокладывается и все дела. Вообще хочу всем сказать, кто хочет вспомнить свою молодость, 60-е годы, у меня на канале вот эти видео, их, по-моему, 6. Тут те, у нас кто заходит, еще 80-е не родились. Послушай, те, кто заходит на мои видео, на эти, они там плачут. Они говорят, боже, мы не ожидали вот это все увидеть. Не поэтому так, пусть посмотрим. Не так. Орленок, орленок, взлети выше солнца. Вот так вот. Ну, это хороший. Хорошо с камерой? Mm-hmm. Вот. Такая вот у нас камера. Все, друзья, спасибо.